27 сентября в бизнес-центре Тверь на Смоленском 29 начнет работу крупнейший IT-форум Digital Days. Телеканал «Тверской проспект Регион» будет вести прямую трансляцию пленарной сессии форума «Старт» в 11:00. В первый день форума участники смогут посетить несколько образовательных секций. Тренды цифровизации, IT-компании будущего, цифровое государство, новое IT-поколение. Будет работать выставочное пространство, где представят новейшие IT-достижения. Спикерами форума станут ведущие специалисты IT-сферы России и зарубежья. Среди них международный консультант Макс Джексон. Опытом реализации программ цифровизации поделятся и представители тверских предприятий.